воинские части Щелковского местного гарнизона во знаменование 110-й годовщины образования военно-воздушных сил построены. Начальник штаба авиационной дивизии полковник Сергунов. Наша гордость, наша слава, настоящее и будущее России – это про чкаловских летчиков, которые больше века надежно защищают воздушные рубежи Отечества. 12 августа, в день 110-летия образования ВВС, они и военнослужащие Щелковского гарнизона в парадной форме на торжественном митинге у Вечного огня в микрорайоне военных летчиков «Чкаловский». Вот уже более века авиация стоит на страже мира, безопасности нашей Родины – России. Смеялись эпохи и флаги, но военно-воздушные силы неизменно были и остаются на сей день надежной защитой Отечества, гордостью страны, полигоном для воплощения в жизнь самых смелых научно-технических идей и решений. Наша страна гордится подвигами летчиков, посвятивших авиации свою жизнь. Военно-воздушные силы неустанно совершенствуют свое профессиональное мастерство, успешно осваивают современную технику, являются гордостью опоры российской армии. Почетный караул возложил алые гвоздики к бюстам прославленных летчиков на Аллее Героев. Цветы к Вечному огню положили представители администрации и ветеранских организаций. День ВВС – это вся жизнь моя. Всю жизнь с самолетами, всю жизнь с летчиками. И это очень почетно. Вот, и, так знаете, радует душу, когда с ними встречаешься. Летчики – народ такой, с ними очень приятно работать. Хороший народ. Дай Бог им здоровья. Здесь каждый квадратный метр земли пропитан именно историей авиации, историей нашей страны. И то, что такая традиция сложилась, она живет, приумножается. И мы сегодня видели, наряду с ветеранами с нами была молодежь. Это очень здорово. День военно-воздушных сил России в Чкаловском всегда отмечают особенно торжественно. Праздничный парад вот-вот начнется на улице Гагарина, памятника, отдавшим своей жизни за советскую родину. Летчики, авиаторы, дивизии особого назначения промаршируют по улице. Летчики в первых рядах, за ними чеканя шаг под легендарный марш авиаторов в исполнении военного оркестра, марширует рота охраны, курсанты, военнослужащие Щелковского гарнизона. За движением парадных колонн с восторгом наблюдали зрители. День ВВС, учитывая нынешнюю ситуацию, для нас имеет, я думаю, для всех нас большое значение. Да и к тому же очень много друзей, знакомых и родственников служат, в частности в нашем Чкаловском гарнизоне, поэтому мы здесь не случайно и пришли поздравить. Мы первый раз на параде пришли поддержать друга нашего военнослужащего. Всех поздравляем с праздником. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.